Итоги 22-й заводской олимпиады школьников приятно удивили организаторов. Во всех возрастных группах ребята показали хорошую подготовку. По сравнению с прошлыми годами, большее число конкурсантов по количеству набранных баллов смогли подобраться к максимально возможному порогу. Награды самым успешным участникам марафона вручали на торжественной церемонии в маркетингово-выставочном комплексе производственного объединения «Старт». Вы проявили чудеса, я так думаю, товарищества, энтузиазма, творчества, да, когда занимались и помогали друг другу в решении тех или иных задач. Поэтому я вас поздравляю с успешным окончанием. Награды, они, конечно, всегда приятны, но приятнее другое, что вы между собой научились общаться. Состязания в рамках 22-й заводской олимпиады среди четвероклассников назывались «Веселые старты». Ребята выполняли задания по русскому языку, математике, изобразительному искусству и физкультуре. В этой категории больше всех баллов набрала ученица школы номер 222 София Мещерякова. В рамках соревнований полимарафон среди учащихся 7-8 классов участники заводской олимпиады решали задачи по математике и физике, показывали свои знания русского и английского языков, литературы. Кроме того, организаторы включили в программу задания по курсу черчения, не входящего в школьную программу. Победителем в номинации полимарафон стала лицеистка Дарья Быстрова. Я участвую второй раз. В том году у меня было второе место в общем зачете. И, видимо, первое место оказалось следующей моей ступенью. Но мне здесь нравятся задания по физике, потому что для меня они достаточно простые. Но задания по математике для меня каждый год оказываются слишком сложными, наверное, чтобы их сделать хорошо. В самых сложных условиях оказались старшеклассники. Они преодолели конкурсы по информатике, математике, физике, черчению с применением технологии 3D-моделирования, металлообработки и подготовили техническую презентацию. Максимальное количество баллов в номинации «Многоборье» набрал 10-классник из лицея номер 230 Максим Чесноков. Было интересно очень, на самом деле, потому что впервые участвую именно в многоборье. То есть было интересно именно само состязание, как бы, токарей с лесарей, именно необычное что-то для меня. То есть раньше, если я участвовал только в олимпиадах по предметам общеобразовательным, то здесь уже совсем другое, то есть нужно именно показывать свое мастерство. Победители и призеры 22-й заводской олимпиады были награждены ценными призами, денежными сертификатами и дипломами. Все участники марафона получили сладкие подарки. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».